Компания Мари Голд открывает собственный магазин в столице Франции. Специально для парижанов компания работает над составлением каталога, в который войдут все платья из новой коллекции дизайнера Тамар Нверадзе. Главная тема коллекции – современные вариации на тему грузинских национальных элементов. Презентация каталога состоится в октябре. Кроме свадебных платьев, в него войдут и вечерние наряды. Идея каталога пошла от того, что в Париже, когда я была на выставке, там у нас был флаер такой, флаер, где Нино Цкитишвили и Нино Шериладзе, модели Натали. И когда я показала, что вот я тоже в этом, они все удивлены, неужели вот такие красивые девочки в Грузии и такие модели может быть в Грузии. Хочу отметить, что это первый каталог такого рода в Грузии. Съемки для него проводятся в три этапа. Что касается моделей, то в нашем проекте задействованы как всем знакомые, так и новые лица. Работа над каталогом завершится в сентябре, а в начале октября мы устроим презентацию, после чего каталог будет отправлен в Париж.